Студенты Мирнинского колледжа на региональном этапе конкурса молодых профессионалов WorldSkills завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали. Конкурс прошел в Якутске. Сюжет Романа Мукунина. Республиканский этап всероссийского конкурса рабочих специальностей WorldSkills прошел в Якутске с размахом. В нем приняло участие 235 конкурсантов в 43 компетенциях. Мирнинский региональный технический колледж заявился в 4 направлениях, одним из которых стало видеопроизводство. Сама компетенция появилась в 2013 году, в 2013, то есть на второй год, когда сам WorldSkills пришел в Россию. Да? Вот. Называлась она первоначально «Видеомонтаж». Вот. Ну и, соответственно, технологии развиваются, и мы понимаем, что в нынешнее время оператор или там монтажер не может быть только так называемой моноспециальностью. А сейчас все эти люди, которые снимают, они и монтируют, и делают цветокоррекцию, и работают со звуком. В этом направлении было представлено несколько колледжей, а также 2 частные киностудии. В первые 2 дня ребятам предстояло отснять и смонтировать полноценный репортаж о работе различных компетенций. Они выезжали на место проведения конкурсов, снимали работу площадок и записывали интервью. У нас в оценке работ у нас настолько много критериев оценок, в которые входят и правильные технические параметры выполнения правильные, и также творческое отношение к выполнению задания. Если взять по большому счету, то наши участники именно являются универсалами. У мирнинских студентов это получилось, но сложнее оказалось на втором этапе. Участникам требовалось смонтировать сцену из кинофильма согласно сценариям. Трудность состояла в том, что собирать отрывок пришлось из рабочих материалов режиссера. Чтобы усложнить задание, звук от картинки отсоединили. Поэтому конкурсанты смогли показать не только свой художественный вкус, но и технические навыки. Участие в этом конкурсе показало все мои плюсы и минусы. И я теперь знаю, над чем мне надо еще работать. В компетенции видеопроизводства Мирный завоевал 3-е место. В дошкольном образовании и по электромонтажу у колледжа 2-е позиции. В сварке МРТК остается неоспоримым лидером, завоевав очередное золото. Для лучшего сварщика и электромонтажника МРТК главные испытания еще впереди. Скоро они отправятся на отборочные всероссийские соревнования в Комсомольск-на-Амуре и Московскую область, где им предстоит побороться за допуск к финалу национального конкурса WorldSkills Россия. Роман Муконин, Василий Потапов, телеканал «Алмазный край».